Специальный тариф мобильной связи и скидки на отдых в санаториях. Такие преференции будут доступны членам Союза журналистов России. Об этом заявили сегодня в Челябинске на Всероссийском медиафоруме. Уникальность нашей профессии как раз и заключается в том, что журналистика – это непрерывный образовательный процесс. И вот сегодня все эти три мероприятия, на которые мы приехали, это возможность еще раз узнать что-то новое, поделиться, обменяться мнениями, впечатлениями с коллегами. И вот первый день он уже показал, было очень много интересных, ярких впечатлений. Отмечу, что вместе со Всероссийским форумом региональных газет и телерадиокомпаний в Челябинске также проходит фестиваль СМИ Южного Урала и форум Союза журналистов страны. Приехали более 500 репортеров и редакторов. Мастер-классы проведут руководители ведущих федеральных средств массовой информации. Участники обсудят тренды журналистики и, по сути, смогут понять, какой будет профессия в ближайший год.